Thank you.
смотри на экран. Сам откроешь или мне вскрывать дверь? Добро пожаловать. Поговори, Сашу. Ревность спокойно. Проходи, только дверь закрой. Я тут запустил программу, она должна сработать до появления солдат. Кажется, они у тебя на хвосте. Глупо убивать тебя прямо сейчас. А? Проделать такой путь ради этого смешно. Да, пожалуйста. Так зачем ты пришел? Из любопытства? Черт, ворон! Я просто хотел им помочь. Значит, ты тоже поверил? Глаза просто. Ливия с ними заодно. Она работает на корпорацию. И делает для нее куда больше, чем любой старается. Здесь с самого начала дует двойной. На Альфе огромные залежи хаппатные. Их изучали в тайне, откуда тут работает. Для этого и наняли меня с ними. Но все пошло так. После выброса радиации все роботы сошли с катушек. Надо не иллюзия. Здесь есть нечто, чего не стоило думать. Можно считать это проделками Гломора, но я думаю, это особые физические процессы. Ливия в тот момент была на поверхности. Скажешь, повезло? Мне пришло ее сообщение. Улетаю на спасательном корабле, скоро за тобой вернусь. Но потом я поинтересовался. Оказалось, здесь на 500 кораблей был один исправный. Потрясающее видение, правда? Взлетело только одно судно. На борту была пара боссов корпорации. И Ливия. Она все знала заранее. Наверное. И я не хочу, чтобы она меня нашла. Вот почему ты здесь зарылся. Ни дымовых шашек, ни сигналов спасения. Думаешь, аварию подстроили? Возможно, это был эксперимент над людьми. Но, думаю, не только. Они все посчитали. Хорошо подготовились. Ни один старатель отсюда не выбрался. Так что никто на них не донесет. Но знаешь, похоже, они забрали не все. Иначе зачем высаживать здесь войска? Им явно нужно что-то еще. Полный бред. Не верю я ни в какое сердце. Хочешь поговорить о Гломосе? Собеседники уже на подходе. Черт, на таких собеседников. Надо держать пушку под рукой. Сетевую базу данных.